20 октября 2014 года пострадал Куйбышевский район, поселок Грабари. В районе обстрелов были зафиксированы три снайпера Национальной гвардии Украины, которые в любой момент могли начать работу по группам журналистов, поэтому приходилось передвигаться перебежками по открытой местности. К месту падения точки У нас сопровождал командир батальона Русской православной армии, позывной «Малеванный». До войны он работал на шахте имени Скачинского. Еще сегодня утром на этом месте были ангары. Сейчас мы видим огромные воронки. Все это результат обстрелов вооруженных сил Украины. Вчера должна, короче, была здесь базироваться разведка для, короче, контроля, короче, этой территории. Был вчера обстрел. Сегодня, короче, утром в 10 часов утра зашла, короче, опять, короче, группа людей РПА плота для, короче, разведки. После, короче, щелкнули контролирующими минометами, короче, начали отходить, стало сюда. Люди, короче, все живы, не пострадали. В данный, короче, момент, короче, вы видите, короче, именно все, что произошло, это именно обстрел, короче, украинской армии. Скажите, пожалуйста, вы сами из Донецка? Донецк, Кировский район. В результате попадания точки У разрушен ангар Донецкого казенного завода. Взрывной волной повреждено остекление даже в центральных районах. В жилых домах, находящихся поблизости, зафиксировано обрушение подвесного потолка. В некоторых зданиях двери слетели с петель. Также от минометного обстрела пострадал склад по переработке взрывчатых веществ. У нас склад по переработке снарядов. Да. Тротил перерабатывался на шахтную, короче, взрывчатку, аммониту, глинит. Это, короче, был маленький склад. Ну, около, короче, тут трех КАМАЗов было взрывчатки. Мало, но потом, конечно, что, короче, после 15, кажется, снарядов по ангару ударены. Людей, короче, вы всех видели, все живые, все здоровые, вовремя, короче, успели отойти. Оксана Волчонок, Маргарита Миронюк, Тарас Мирный, телеканал «Новороссия».